Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дариди, и сегодня мы с вами поиграем в игрушку Call of Gods, MMORPG. Так, ну что ж, давайте. Вы легендарный воин Риди, да. Так, бессмертная столица. Так, принимаем. Так, настройки, блин, тут есть настройки, мне нужны настройки. Так вот, наша девица идет. После завершения боя вы сможете посмотреть результаты. Хорошо, хорошо. Так, мне только настройки нужно зайти. А, почему я не могу? Я просто хочу музыку отключить. Так, ну, отлично, я победил. Так, настройки. Почему сразу нельзя в настройки? Автоматическое передвижение. Так, ну, по-моему, я в подобную игрушку играл. Вот, новый уровень взяли. Так, тут можно, конечно, все читать. Вот, и советую то, что, чтобы увлечься в игру, нужно все читать периодически. Так, щелкните по мячу, чтобы передать его герою. Обратите внимание на повышение параметров атаки. Давайте, атака 30. Стало 430, нифига себе. Очень так эпично прибавилось. Пойдемте дальше, в военной академии. Давайте, сейчас с лучниками нам надо будет сразиться. Мы довольно сильнее стали. Вау. Идем в другое место. Новый уровень. Отлично. Ну вот, определенные действия совершаешь, проходишь по сюжетной линии и с вами совершенствуемся. Нужно обновить. Использовать. Ну, чтобы нанять героев. Вот тут все про героя написано. Давайте наймем. Синий герой. Нанят один синий герой, отлично. Отлично. Так, назначить. Так, выберите тип войска, который хотите, герой. Так, хантер. Назначить. Разместить героя. Белиссимо. Продолжаем играть. Так, эльфические кавалерии, уровень 6, сила 20. Сейчас мы ему зададим. Подыщ. Смотрите, еще жив один. Замечательно. Ну, они пока дойдут, мы их расстреляем. Хорошая тактика. Замечательно. Замок. Ой, точнее, замок. Так, тут строим, значит, определенные здания, которые нам будут приносить что-то. Нанимайте здесь войско, производите улучшение, чтобы получить доступ к новым войскам. Максимальное число 100, значит. Давайте наймем сотню. Замечательно, замечательно. Так, источник мудрости. Давайте построим здесь его. Так. При улучшении здания количество нанятых героев будет повышаться на 1. Текущий лимит для найма 2 героя. Вы улучшили это исследование, теперь вы можете нанять еще одного героя в таверне. Отлично. Только что произошло послание от Империи Стражи. Нужно срочно возвращаться во дворец. Ну, блин, я хочу еще кого-нибудь нанять. Хорошо, выйдем. Идет загрузочка. Тут какая-то, смотрите, такая тыква нарисована. Это, видимо, на Хэллоуин, но Хэллоуин уже закончился. А приложение ВКонтакте, он продолжается. Он еще может долго, до Нового года. А там уже будут новогодние всякие плюшки. Вот, кстати, я думаю, перед Новым годом мы с вами пробежимся по играм. Потому что будет много всяких обновлений интересных. Вот, и я постараюсь все снять. Вот, все обновления вы будете в курсе. Так, куда-то перемещаемся. Отлично. Во время действия защиты новичка ваша армия будет автоматически пополняться нанятыми войсками. Пожалуйста, следите за своими резервами. После 20 уровня автопополнение отключится. А, вон оно что.
Вон оно ча. Хорошо. Хорошо, так. А, подарочки. Давайте возьмем подарок. Хорошо, хорошо. Нам все пригодится. И какое-то сообщение нам прислали. Входящий. А, нет, системный. Награда. А, тыква-шар. Привязка при взятии. Так, цена 10. Давайте возьмем. Возьмем эту тыква-шар. Хорошо, теперь у меня в рюкзаке есть тыква-шарик. Давайте используем. Так, ух, давайте его используем. Там что-то, наверное, выпадет. Хорошо. Ух ты, всякие карты. Это тоже ларец используем. Так. Ладно, пока что ничего не будем делать. Что у нас там по заданию? А, нет, откажемся. Давайте найти что. Так. Арена подземелья Альянс. Что там? Что у нас там в Альянсе? Очень много. Ну, в принципе, кому нравятся такие игры, игрушки, вот стратегические, я думаю, им вполне возможно понравится такая игрушка. Так, вот, я хочу еще кого-нибудь нанять. Так, Хантер, Хантер, Гном, Воин. Снаряжение, так, разместить героев. Снаряжение назначить. Кого я могу еще нанять? Давайте наймем еще сотню. А, исчерпали лимит. Ладно, ладно. Хорошо, давайте в другой раз наймем. Пока что пойдем по сюжетке. И... Наша девочка перемещается. Так, ну вы можете почитать. В принципе, я думаю, вам будет видно. Нажмите на паузы. Вот задание. Это очень интересно, кстати. Вот, ну, у нас, к сожалению, времени нету на это все. Слишком долго все читать. Ау, волшебная шкура. Хорошо, хорошо. Красивые, кстати, девушки. Хорошо, давайте возьмем другое задание. Все примем. Мы такие великодушные. Главное задание. Лучше пойдемте совершать главное задание. Вот, наконец-то у нас леопард. Давайте сразимся с леопардом. О, сколько их. Ну, у нас два лучника, я думаю, мы с ними быстро справимся. Они не успеют даже до нас добежать, я думаю. Точнее, я надеюсь. Что ж мать. Она под... Блин! Минус 3. Странно, что он стрелял вперед, а попал в нее. Ну ладно. Видимо, в порыве ветра она повернулась и его добила. Можно обменивать тыквы на всякие подарки, видимо. Так, замок, 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 замок. Пока что строить ничего не нужно нам. Идем дальше, дальше по сюжетке. Завершаем. Получаем награду. Хорошо. Повышаем уровень свой. Также берем подарочек. Можно зайти в рюкзак. Допустим, попробовать использовать или одеть, я не знаю. Кстати, а что дают карты? Карта меди. Призванный предмет требуется уровень 1. Позволяет получить 5000 единиц меди. Так, ну неплохо, 5000 единиц. На них мы будем сами покупать всякие штучки, ништяки. Вау, куда цветочек. Давайте попробуем сразиться с цветочком. Вот он, смотрите. Ну, мы его легко побеждаем. Он тоже, гад, стреляет. Лучше бы вот в этого лиса проклятого стрелял. Добежит все-таки. Двоих отнял. Ну, со временем будут войска пополняться. Игрушка будет, наверное, более интересной быть. Так, это мой опыт. Я нажимаю на героя. Распустить, распустить. Все, максимум. Ну, в общем, вот такая вот игрушка. Call of Goods MMORPG. Вот, пишите в комментариях, что вы думаете об этой игрушке. Будем или нет мы продолжать играть на нее. Ну, я такой краткий обзор с вами сделал. Вот, и с вами прощаюсь, ребята. Всем, всем всех благ. До скорого. Пока-пока.